Хочу еще отметить, что это рядом находится с дорогой главной Кабарете. 30 секунд идти до Джанетта, супермаркет, в котором можно купить продукты. Здесь вот такой баннер, рекламирующий. Здесь можно поставить машину или припарковать мото. Доска с объявлениями, кому есть что интересно, можно информацию о серфинге, кайтинге, массаже здесь найти. Во дворе красивом находится бассейн. Лежаки, это все на территории. На территории находится. Можно здесь отдыхать, сидеть на улице. И внизу общая кухня. Тостер, кофемашина, вся посуда, вода питьевая, газ. Все, можно кофе сварить. Если не хочется идти покупать кофе, можно здесь приготовить еду. Все в общей доступности. Эконом-варианта. Окошко, кровать, гардероб, стол. Холодильник. Далеко от дороги. Здесь вот такой вот пейзаж. Во двор. Здесь есть красивый двор. Вентилятор. Еще один вентилятор. Такая вот ванная. Ванная, раковина. Все так красиво в кафеле. Очень красиво, свежо. Душевая кабина. Есть такой балкон наверху. Находимся на крыше. Вот здесь вот крыша. Здесь вот все кабарете. Находится там вот Джанет. Если посмотреть, 2 минуты до океана. Это считается вторая линия. Очень хорошее место, много хороших соседей, виллы. Дорога находится вдалеке. Сейчас мы спустимся, покажем бассейн и сад, который находится внизу. Такая комната стоит $200 в месяц для одного или двух человек. Здесь находится информация про
про комнаты, про сдаваемые виллы. А мы еще это сделаем. Разные виллы находятся, разные экскурсии, вся информация, что будет интересно по сдаче. Мы уточним, сделаем новое видео. Вот. И вот здесь вот в холле выход к морю. До моря можно дойти за 2 минуты. 2 минуты. 2-3 минуты. Пешком это вторая линия. И мы вот идем променад до моря. Здесь очень хороший район, нету музыки, нету шума, очень спокойно. Вот соседи здесь, очень хорошие виллы, и поэтому здесь тихо ночью. Нет музыки, спокойно. Прекрасные такие места. Все зелено, красиво. Дорога вот такая чистая. Рядом тоже отель. Сейчас пока все пустует. Буквально вот 2 минутки мы уже подходим к пляжу. Сейчас вот эта вся дорога занимает дорогу. Как я и говорила, 2 минуты пешком. Первая, вторая линия. И мы тут спускаемся к пляжу. Вот такой пляж. Приезжайте в Доминикану.